Уважаемые товарищи, как известно, международная повестка остается крайне напряженной. График международных встреч, как видим, с последнего месяца достаточно насыщенный. Все это требует предельной концентрации внимания на состоявшихся и будущих мероприятиях. Если говорить сжато и коротко, почему я назначил это совещание, должен откровенно сказать, что мы порой очень правильно принимаем решения, посещая те или иные государства. Рисуем перспективы, планы, но потом оказывается, что мы или не хотим, или, как обычно у нас бывает, лень нам выполнить то, о чем договаривались. И получается, полутуристические поездки. Давайте договоримся, что роль президента, как это образно говорят, открыть окно в том или ином направлении, создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительство, прежде всего ведомое Министерством иностранных дел под контролем администрации, должны реализовывать те или иные договоренности, не говоря уже о ваших договоренностях членов правительства, которые вы достигаете в процессе своих поездок. Подводя черту, скажу, что туристических поездок быть не должно. Никакого туризма, должен быть результат. Нам надо сегодня сверить часы и продумать шаги на ближайшую перспективу и по исполнению тех договоренностей, которые были достигнуты, как я сказал, в результате определенных визитов в отдельные страны. Первое. О России. Я уже не знаю, какие нужны фундаменты с моей стороны для того, чтобы выстраивать добротный дом наших отношений. И стратегические вопросы решены по основному направлению, приняты решения, и тактические. Перед последней встречей с президентом России вы поставили, ну, как это обычно бывает, нерешенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, так? Второй вопрос – утилизационный сбор. И третий вопрос – о предоплате на нефть. Все эти вопросы мы обсудили с президентом Путиным. Более того, мы договорились о том, что я сегодня-завтра, ну, в зависимости, как вы это подготовите, направлю ему письменное послание, письмо с изложением сути этих трех вопросов. Что касается предоплаты, в основном Роснефть нам поставляет нефть, так? Ну, тут он даже возмутился, но этого быть не может. Какая предоплата? Всю жизнь работали без предоплаты, сможем и дальше работать. Но, естественно, вопросы безопасности и другие вопросы – это центральные вопросы на любой встрече и переговорах. Они закрытый характер носили. Подключать правительство я не вижу смысла. Все силовые структуры и министры, Министерство иностранных дел по определенным вопросам подключены. Вот суть этих переговоров. Но я еще раз подчеркиваю, взаимопонимание найдено по всем вопросам. Отторжения никакого нет. Надо просто выработать вам какую-то тактику не туризма, а где-то и напористую тактику переговоров с премьер-министром России Мишустином. Осенью, накануне 25-летия договора о создании союзного государства, в Минске состоятся все важнейшие мероприятия. И союзный Совмин, наше общее правительство, и Высший государственный совет. С президентом мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы. И по линии Совета безопасности, о гарантиях безопасности, письменно, чтобы это было, и по темам правительства. Все вопросы должны быть решены до начала четвертого квартала. При этом, Роман Александрович, кроме текущей повестки, утилизационный сбор, как я сказал, локализация по легковым автомобилям, нефтепереработка, вам не надо забывать о стратегических задачах новых отраслей и компетенций для белорусской экономики. Авиастроение, микроэлектроника, станкостроение. Ну и ситуация сложилась так, и россияне в этом отношении для нас открыты, и мы можем для себя открыть, ну, наряду с космосом, наряду с атомной энергетикой и так далее, мы можем открыть совершенно новые компетенции,
очень важное для нашей страны. И заделы в этом направлении и в авиастроении, и микроэлектронике, и особенно станкостроении у нас есть. По поводу станкостроения я остроту почувствовал, когда был в Иркутске на авиастроительном заводе, разговаривая непосредственно с директорами предприятий. Ну, такой интерес к нашим станкам, даже нынешним станкам, я просто не ожидал. Но это сегодняшний день, а может и вчерашние наши станки. Надо двигаться вперед. И при том, россияне же выделяют для этого средства, только надо разумно подходить к этому и осваивать их. Вы помните в том числе о моей договоренности с президентом Путиным в ходе его посещения последнего Минска. Беларусь должна быть независимой, самодостаточной страной. Это его слова. С устойчивой экономической основой. И вице-премьера Пархомченко, и новых министров и посла в России обязательно отдельно заслушаем по данным направлениям. Никакого нытья-вытья быть не должно при этом. Но не забывайте, с чем мы придем в этот юбилей к нашим людям. Что дает нам новый проект союзного государства простому белорусу и россиянину? Что это им дает? Мной поручалось на площадке постоянного комитета. Еще раз надо довести Максим Владимирович до Мезенцева. СМИ – это хорошо. Популяризация, разговоры и прочее. Но постоянный комитет вместе с Дмитрием Николаевичем, вы остро это ощущаете, как никогда, надо окунуть в проблемы повседневных дел. Поэтому на площадке посткома комплексно проанализировать поручалось все аспекты обеспечения равных прав граждан. Сделано немало, но и проблем хватает, и мы почему-то их замалчиваем. Досмотр в аэропортах, неотмененный до сих пор роуминг, невозможности купить железнодорожные билеты в праздничные дни, поездов не хватает. Это чьи вопросы? Вопрос работы нашего совместного медиахолдинга. Все приходят мне, докладывают, как это трудно и кто там чего-то не хочет в России. Второе. Состоялся саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, где мы выступили в новом статусе члена этой организации. Проведен ряд двусторонних встреч. Хорошие были встречи. Хорошие. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать. Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили. Но возьмите Пакистан. Премьер прямо сказал, вот нас очень это интересует, нам это надо, пожалуйста, приедьте к нам в Пакистан. Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане, но к этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан, 200 с лишним миллионов человек, что больше надо? Надо немедленно определить, еще раз говорю, стратегию реализации договоренности. И делать надо это по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы, прежде всего дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций и, главное, диверсификации логистики и расчетов, снижение политических рисков. Все белорусские инициативы я обозначил в Астане, вы все это слышали. Третье. Беларусь приглашена на саммит БРИКС, который скоро пройдет в Казани. Это серьезная структура, объединяющая мощнейшие государства нашей планеты. Охватывает более 40% населения Земли. И мы заинтересованы включиться в интеграционные процессы на данном пространстве. БРИКС еще одна опора, с помощью которой мы сможем сохранять равновесие и экономическую устойчивость. МИДу необходимо сформировать план нашего участия на этой площадке и, в частности, моих встреч без всякого перебора. Вот сегодня только мне Калаур доложил о поездке в Южноафриканскую республику. Я тоже как-то относился к этому. Ну, ладно, думаю, ЮАР, там у них определенная ориентация, знаете какая. Но не то, что никакого отторжения. Есть просьба, чтобы мы работали в Южноафриканской республике. Развитая, не бедная страна, продвинутая страна. И к тому, что мы имеем в экваториальной Гвинее Нигерии, потом на востоке Кения,
на юге Зимбабве, Мозамбик, вот еще Южноафриканская республика, где нас ждут. Не надо там расплываться по всем континентам. Я еще раз говорю, у нас не та экономика, чтобы глобализмом заниматься. Надо определиться в каждой точке, чем мы будем заниматься. И сделать это. Есть инициатива делегатов Всебелорусского народного собрания подготовки от имени ВНС обращения о мире и внесения его на рассмотрение в БРИКС. Изучите, доложите. Четвертое. Состоялся ряд важнейших визитов правительственной делегации в Латинскую Америку и нашего министра иностранных дел Корейскую Народно-Демократическую Республику. Послушаем о стратегии. Заявлен ряд важнейших визитов в Республику Беларусь. Скоро, как вы знаете, к нам прибудет премьер Госсовета КНР Литян. Вице-премьер Снабков доложит о выработке переговорной позиции развития моих договоренностей с Си Цзиньпином. Притом на переговорах в Астане мы не трогали конкретные вопросы, не затрагивали, обозначил их, на что Си Цзиньпин сказал: «Вы не отталкивайтесь только от переговоров со мной, Си Цзиньпином. Приедет премьер-министр, все конкретные вопросы в его компетенции, и мы должны их решить». Ну, пока еще, я вам скажу, превалируют вот в докладах мне лично много разговоров, а конкретные дела некоторые не решаются. С учетом обширной повестки прошу докладчиков сконцентрироваться на основных направлениях и докладывать по существу. Пожалуйста, Роман Александрович. Уважаемый товарищ президент, в исполнении ваших поручений по развитию сотрудничества со странами Дальней Дуги с 13 по 21 июля правительственная делегация посетила Венесуэлу, Кубу и Никарагу. Вообще, эти страны рассматриваются нами как существенный резерв для роста белорусского экспорта. Именно поэтому была в мае месяце правительством утверждена программа действий по развитию сотрудничества с этими странами, в соответствии с которой закреплены и доведены до всех наших экспортеров конкретные товарные позиции с объемами поставок в течение 3 лет, 24, 25, 26 годы. Значит, цифры брались не с потолка, брались на основании нашего предыдущего опыта работы там и анализа потребностей рынка. Поэтому, собственно говоря, каждый знает, что ему делать и какую задачу он должен выполнить по каждой номенклатуре техники.